Привет! Вы смотрите программу «Телезнайки», и с вами я, Милана Ануфриева и Джеки. А вы знаете, что лучшие средства от стресса – это собаки и наши сюжеты? Смотрим! Если вы решили поехать в Минск, то сначала посмотрите наш сюжет. Вы узнаете, как за 3 часа увидеть в городе все самое интересное. Сегодня мы решили составить маршрут для тех, у кого есть всего 3 часа, чтобы посмотреть этот замечательный город. К счастью, мы встретили Евгения, который согласился рассказать нам о Минске. Евгений не только экскурсовод, но еще и преподаватель истории. Вот как нам повезло. Мы с вами находимся в историческом центре Минска, на площади Свободы. Так сложилось исторически, что большинство белорусских городов было даровано Магдебургское право, право городов на самоуправление. И далее Магдебургское право в 1499 году построена была ратуша, вот такая вот красивая, белоснежная. В ратуше разместилась мэрия, магистрат. Магистрат выбирали горожане, поэтому власть зависела от народа, старалась для него все то же самое, как сейчас. Но в конце 18 века Минск был присоединен к Российской империи, и у нас появился губернатор. И вот подошли мы с вами к карете губернатора. Я буду ехать так. Сейчас мы находимся на смотровой площадке, с которой открывается прекрасный вид на район Троицкое предместье. Сегодня видимость не очень хорошая, потому что пасмурно. Кстати сказать, в Минске туман – это очень распространенное явление. Только подумайте, здесь на 20 туманных дней в году больше, чем в Лондоне. Ну а мы продолжаем гулять по старому городу. Так, мы с вами находимся у памятника первому минскому мэру, бургомистру. Говорят, именно ему установили этот памятник 4 года назад. Вот он тут держит ключ от ратуши. Говорят, если потереть этот ключ, власти в жизни станет больше. То ли над родителями, то ли над учителями. Кому как повезет. Попробуйте. Сейчас мы с вами остановились рядом с памятником городским весам. В 1399 году город Минск получил самоуправление по магдебургскому праву и приобрел, кроме свобод, еще эталоны европейской метрической системы, право на установку городских весов и взимание налогов. Благодаря этому город стал быстро развиваться. Если потерять вот этот мешочек, то вам всегда по выгодному курсу белорусские рубли будут менять. Да вы что? Да, честно. Раньше другая была легенда, что надо было оставить монетку, но каждую ночь они исчезали и решили не оставлять больше. Смотрите, как сохраняют историческую память старого города. Сейчас я нахожусь на улице Герцена. Название можно прочитать на табличке. А ниже находятся все названия улицы, которые она носила раньше. А вот еще одно напоминание о минских туманах. Эта скульптура сделана из металлолома местным скульптором Константином Костюченко, и называется она «Нелетная погода». Если у вас немного времени для знакомства с Минском, обязательно посетите Троицкое предместье. Все местные жители это советуют. Пойдемте! Троицкое предместье – это старинный квартал в самом центре Минска. Находится он на берегу реки Свислоч. Здесь очень уютно. Узкие улочки, маленькие домики с черепичными крышами. Их часто изображают на минских сувенирах и сладостях. Когда-то многие дома здесь были деревянными, но в 1809 году большая их часть сгорела. В 21 веке после реконструкции Троицкое предместье стало настоящим музеем под открытым небом. Конечно, многие дома здесь новые, но можно встретить и застройку 19 века. Сейчас мы находимся у одной из достопримечательностей Минска – Национальной библиотеки. Ее вход выполнен в виде раскрытой книги. Кстати, белорусы – это 4-й в Европе народ, который стал печатать книги на своем языке. Эта сложная геометрическая фигура называется ромбо-кубо-октайдер. Это книга-хранилище вместимостью 11 миллионов книг.
А вот там, наверху, на высоте 74 метра, находится смотровая площадка. Но мы туда не пойдем, ничего не будет видно из-за тумана. Ну вот и все. Пришла пора прощаться с Минском. Мы будем с теплотой вспоминать этот уютный, красивый и гостеприимный город. До свидания, Минск! До побачения, Беларусь! Хотите узнать, как работалось врача в прошлых столетиях? Тогда отправляемся на экскурсию вместе с нашими корреспондентами в военно-медицинский музей. Как нам повезло жить в 21 веке. Опасные когда-то болезни теперь легко лечатся. Даже переломы – это пустяк. И все это благодаря тысячелетнему труду врачей. Сегодня мы узнаем, как они работали и делали открытия. А тогда была анестезия. Анестезия появилась в 1846 году. Американские зубные врачи впервые стали использовать эфир для того, чтобы обезболивать больного, которому выдирают зуб. А потом русский хирург Николай Иванович Пирогов первым в мире решил, что можно использовать эфирный наркоз для того, чтобы оперировать раненых непосредственно на войне. Инструменты никогда не кипятили, потому что в то время не знали, что для того, чтобы не заразился человек, который его оперирует, необходимо оперировать его стерильными инструментами. Это было в то время, когда хирург мыл руки не до операции, как теперь, а после. Гипсовую повязку, как у меня, придумали только в середине 19 века, а это повязка для фиксации руки. Ее мог надеть любой человек, потому что на ней было нарисовано, как это делается. А что изображает вот эта скульптура? Эта скульптура рассказывает о том, как выносили раненых с поля боя во время Великой Отечественной войны. Было придумано специальное устройство, которое называлось носилочная лямка. Таким образом, вес распределялся по телу девушки. Она несла его, как тяжелый рюкзак. Вот военный полевой госпиталь. А это перевязочный стол. Он очень легко складывается. За счет этого его можно переносить с места на место. Здесь так много инструментов, потому что сразу делалась не одна, а несколько операций. Сегодня врачи продолжают усердно трудиться. Надеюсь, когда-нибудь в скором будущем все болезни будут излечимы. Узнала, как раньше работали доктора, Надя Зайцева. Зачем смотреться в зеркало? Мы, девочки, это отлично знаем. Но зачем на нем рисовать? Это выяснили наши корреспонденты. Можно в зеркало смотреться, а можно и рисовать. А зачем-то? Чтобы мир стал сказочным. Сегодня мы на мастер-классе в Потешной академии в Петропавловской крепости учимся рисовать на зеркале. Кому пришла идея рисовать на стекле? В силу необходимости я попадаю на завод обработки стекла и прохожу мимо мастерской. И вижу там краски, стекла, разные какие-то осколочки. И я подошла к начальнику и попросила, можно ли мне поиграть в этой мастерской. И начальник мне разрешил. И я задержалась там на год. Эти краски называются витражные, на акриловой основе. Они хороши тем, что когда высыхают, они не стираются от влажной обработки. Висит такая картинка дома и покрылась пылью, и можно смело взять влажную тряпочку и протереть. Для того, чтобы знать, какой цвет будет на стекле, мы должны перевернуть флакончик и посмотреть на просвет. А зачем мне эта скрепка? Переворачиваем смело вот так флакончик. Заполняем пространство вот это вот. А теперь берем палочку, держим ее как карандашик и направляем во все уголки. Да, прижимаем. А как правильно комбинировать цвета, чтобы они сочетались? Существует спектр. Каждый охотник желает знать, где сидит
фазан. И вот эта шпаргалка на всю жизнь может помочь подобрать красочки в контрастных сочетаниях, да? Вот, например, смотри, желтый цвет и напротив фиолетовое небо. У нас будет день или ночь? Небо может быть любым. Ты сама можешь решить, какой это может быть день. Это может быть ночь или закат. Какое ты хочешь, чтобы у тебя было небо? Я хочу ночь. Как ты думаешь, на темном-темном ночном небе какого цвета мы сделаем звезды? Наверное, желтого. Желтые или золотые. Вот у нас такая большая горошина. Дальше мы возьмем нашу палочку волшебную. Она должна быть чистой. Держим ее вертикально, как антенну. Вставляем в центр горошинки и проводим легко лучик в сторону. А как соединить два цвета? Захотела сделать крепость синюю, да, чтобы цвета переливались. И мы с тобой возьмем две краски синий-синий. Но фокус заключается в том, чтобы краски переливались одна в другую, сначала нужно капать самую темную. Какая из них самая темная? Правильно, синяя. А потом будем добавлять голубую. И мы с тобой еще решили добавить бесцветную краску, самую светлую. И вот здесь мы уже с тобой капнули синюю и голубую, и они соединились и переливаются очень красиво одна в другую. А сейчас доделаем как раз прозрачную. Ощущение, что я сейчас открою, и там настоящее сокровище. Рисовали сказку на стекле Вика Мюллера и Лиза Касьянова. Как снимали «Аватар» и в какой институт нужно поступить, чтобы работать на взрослом телевидении? Вы узнаете это прямо сейчас. Сегодня никого не удивишь спутниковым и цифровым ТВ, голограммами или 3D-картинкой. А когда-то даже радиоприемник казался чудом. Давайте заглянем в историю и узнаем, как развивалось телевидение. Страна – родина кинематографа. Франция – братья Люмьер. А уже буквально спустя пару-другую лет в Петербурге открываются первые кинотеатры. 9 сентября 1918 года новое советское правительство подписало декрет о создании нового института – Высший институт фотографии и фототехники. Это и есть наш сегодняшний институт кино и телевидения, которому, соответственно, 100 лет. Лукас, Кэмерон, Спилберг. Когда эти великие режиссеры стали к нам приезжать в Россию, они говорят, мы хотим встретиться с нашим учителем, с человеком, у которого мы учились. Кто это, спрашивают их? А это Павел Клушанцев. Кто такой Павел Клушанцев? Наши чиновники разводят руками. Как кто? Так это же создатель научно-фантастического кинематографа. Мы у него учились. Оказывается, Павел Клушанцев учился у нас в кинотехникуме. И он придумал уникальные комбинированные съемки, чтобы изображать космос на Земле. За последние 100 лет телевидение очень быстро развивалось. Будет ли оно также быстро развиваться в будущем? Я думаю, будет развиваться еще быстрее. Сейчас мы уже переходим не просто на цифровое, а на интернет-вещание, онлайн-вещание, потоковое вещание, когда мы можем сами формировать телевизионный контент как пользователи. И ведь это еще только начало. История телевидения тесно связана с институтом. Здесь учились многие операторы, режиссеры, журналисты. Ну и благодаря этому вузу наш сюжет есть кому монтировать и снимать. А мы, Ершова Алина и Саша Попова, с вами прощаемся. Всем пока! Вот и все. Мы с Джеки прощаемся с вами. Увидимся на следующей неделе. Пока!